Так, здесь, посмотрите, вот эта С-связи внесена внутрь контура. Вот это вот есть частотно-избирательный контур, так? И вот эта С-связи внесена внутрь контура. Поэтому цепь называется цепь с внутренней имкостной связью. Или, соответственно, L. Вот у этой цепи, да, а здесь уже дальше будет подключаться первый усилительный каскад. У этой цепи коэффициент передачи равномерен в пределах вот выбранного диапазона частот. То есть он практически не зависит от частоты настройки вот этого контура. Здесь, значит, можно записать, что коэффициент передачи входной цепи пропорционален отношению CA емкости антенны к CA плюс C связи. Вот что будет определять численное его значение. Поэтому эта цепь используется, эта цепь хорошая. Вы можете здесь поставить, ну, для того, чтобы зрительно запомнить, знак минус. Около этой схемы можете поставить знак плюс. Ну, и существует еще третья цепь. Это входная цепь с трансформаторной, либо еще иногда называют индуктивной связью с антенной. Ну, выглядит вот таким вот образом. Ну и здесь, соответственно, здесь вот М связи, вот этот вот между этими двумя обмотками, так, и здесь вот М параметр включения, да, вот отсюда. Так вот здесь, значит, существует три основных режима. Вот так схема, вот так цепь выглядит. Перерисовали вот эту схему? Нет еще? А я сейчас... А вы сейчас будете еще по-новому перерисовывать. Я сейчас здесь подправлю кое-что. Вот если здесь я сейчас изображу CA, и вот здесь вот источник EA, то получится... Эквивалентная схема замещения входной цепи вот такого типа. Вот это вот все, соответственно, от антенны. Так вот здесь фактически присутствуют два контура. Контур сигнальный, контур антенны и контур сигнальный. Значит, антенный контур и сигнальный контур. Так вот, в антенном контуре можно выделить его резонансную частоту, омега, это будет корень квадратный из CA на L связи. И в сигнальном контуре можно выделить тоже его резонансную частоту, это единица на корень из LK и CK. Вот в зависимости от того, как соотносятся друг с другом вот эти частоты,
Так ведет себя и коэффициент передачи входной цепи. Опять-таки, я даю вам без вывода, за неимением времени и нежелание его тратить на вывод этого выражения. Значит, здесь имеются следующие режимы. Вот пусть у нас вот тут будет омега 0 минимум, здесь омега 0 максимум. Вот это фактически полоса входной цепи, да? Ширина полосы пропускания входной цепи. То есть вот в этом диапазоне входная цепь, соответственно, выделяет сигналы, и они поступают на вход. Если частота вот этого омега-А находится здесь, то вот этот первый режим – это режим удлинения. Когда омега-А существенно меньше, в общем случае омега 0 минимум. Вот этот режим, третий, режим укорочения, когда омега А, вот если она попадает вот сюда, оказывается много большим, чем омега 0 максимум. Ну и второй режим, это какой-то промежуточный режим, когда омега попадает здесь, значит, соответственно, находится по своему значению между минимальной частотой принимаемого сигнала и максимальной. Так, почему первый режим называется режимом удлинения? Если вот омега А существенно меньше, омега 0 минимум, что означает, если пересчитать все это в длины волн? Что длина волны, вот сигнала, да, максимальная длина волны только здесь, да, уже имеется в виду, она оказывается, что меньше геометрических размеров антенны. Поэтому как бы геометрические размеры антенны оказываются больше, чем максимальная длина волны. Поэтому режим называется режимом удлинения. Соответственно, здесь геометрические размеры оказываются меньше, чем минимальная длина волны. Вот здесь, в третьем режиме. Поэтому режим укорочения. Ну, второй режим промежуточный. Вот если бы мы подробно рассмотрели вот эту эквивалентную схему замещения так, опять-таки поставили себе задачу найти коэффициент передачи вот этой входной цепи, как отношение напряжения на выходе, которое бы измерялось вот здесь между этими точками к напряжению на входе, то у нас в зависимости от того, как соотносятся друг с другом вот эти вот частоты, получилось бы три различных результата. Ну, потому что там как бы справедливая аппроксимация. В одном случае ток, который бы протекал в контуре, носил бы имкостной характер, в другом случае бы индуктивный характер, ну, а вот в этом случае, во втором, был бы каким-то промежуточным. Так вот, здесь, вот в этом, соответственно, первом режиме, коэффициент передачи входной цепи примерно пропорционален отношению вот параметра, значит, М связи к L связи, это здесь. Вот здесь была бы явная зависимость. Здесь была бы в третьем режиме коэффициент передачи входной цепи был бы, он даже был бы отрицательный, минус омега 0 квадрат М на С А. А в этом случае у меня даже четкого выражения нет, но здесь тоже коэффициент передачи входной цепи
тоже была бы функция от омега-0. Причем от омега-0 в какой-то там n-ной степени. Не буду расписывать, какая. Так вот, единственный режим, при котором нет зависимости от омега-0, это вот режим первый. Вот здесь поставим плюс, по всем остальным поставим минус. То есть трансформаторная связь с антенной удовлетворяет первому требованию, предъявляемому к входным цепям, только если реализован режим удлинения. То есть если геометрические размеры выбраны таким образом, что они больше, чем максимальная длина волны принимаемого сигнала из диапазона, тогда коэффициент передачи входной цепи не будет зависеть от частоты настройки этой входной цепи, соответственно, от частоты сигнала, который через эту входную цепь протекает. В остальных случаях эта зависимость присутствует. И это плохо. Так, вот это у нас были входные цепи при ненастроенной антенне. Значит, что вам желательно запомнить? Я понимаю, что без вывода формулов, может быть, поверить и осознать это тяжело, но, по крайней мере, вам необходимо помнить, что применяются входные цепи с внутренней косной связью и с трансформаторной связью в режиме удлинения. Все. Все остальные входные цепи, они не хорошие, то есть они не обладают равномерностью коэффициента передачи, а это очень важно. Для чего важен равномерный коэффициент передачи? Ну, во-первых, приемник должен обеспечивать что? Одинаковые показатели качества при приеме сигналов, ну мало того, что различных диапазонов, ну, это реализовать, в общем-то, не всегда удается, но при приеме сигналов хотя бы с различной частотой. Если частота сигнала из одного и того же диапазона одна, а из этого же диапазона потом принимаем другой сигнал, то качество приема может быть различным. Нас это не удовлетворяет, как вы сами понимаете, да? Так, теперь...